мне повезло иметь много тетушек, кузенов и кузин. Мой мир был безопасен. И тут пришел отец. Он защищал нас от других львов. Говорят, любопытство до добра не доведет. Но в тот раз оно спасло мне жизнь. Из всех детенышей выжила только я одна. Чтобы преуспеть, нужно было собрать волю в лапу и каждый день брать от жизни все. Прошел целый год. Опять наступил сухой сезон. Я стала почти взрослой. Лев-чужак вернулся, и на этот раз со своим братом. Я сбежала, но, к несчастью, один из них расправился с отцом. Больше я его не видела. Впервые в жизни я осталась совсем одна. Из-за братьев львов я не знала, смогу ли когда-нибудь вернуться в свой прайд. Малика, королева львов. Уязвимая изгнанница. Без прайда мало шансов выжить. Социальные животные нуждаются в контакте. Не с кем поделиться теплом или разделить трапезу. Чтобы избегать братьев, я всячески старалась оставаться на нейтральной территории. Другие прайды вели себя враждебно. Опасность была повсюду. Подступал голод. Я видела, как тяжело львам охотиться в одиночку. Сама я еще никогда не убивала добычу. Никто не помогал устроить засаду или загнать добычу. Казалось, что у меня нет шансов. В отчаянии я совершила серьезную ошибку. Носорог не убежал, и я подумала, что мне повезло. Опасно. Но что мне оставалось? Мне удалось спастись. Но без еды меня ждала верная смерть.
Я научилась думать как падальщик и определять, где могут находиться трупы. Мне пришлось оставить гордость и бороться за объедки. Но даже они давались непросто. Это была стая гиен, которая убила моего брата. Они могли легко одолеть одинокую львицу. Надо быть осторожной. Я ждала, пока мои враги насытятся. Чтобы потом, наконец, взять свое. Последнее в очереди на пире нищих. Без своего прайда я была никем. Все это время он находился так близко и так далеко. При встрече с братьями я вела себя покорно. Но они сделали меня чужой на своей же территории. Мне нужно было придумать какой-то способ вернуться в Прайд. Это был вопрос жизни и смерти. Месяцы изоляции стали самыми тяжелыми в моей жизни. Я наблюдала за собственной семьей со стороны. Я очень надеялась, что все изменится. Однажды мама набралась смелости подойти ко мне. Первая ласка за несколько месяцев. Но братья не спускали с нас глаз. Чтобы меня приняли назад, нужно было выждать и найти способ завоевать свое место в Прайде. Ночью братья патрулировали свою территорию. Когда они отошли далеко, я пробралась к матери и тетям. Стояла середина сухого сезона, и им нужна была добыча. Я наконец-то могла помочь. После близкого знакомства с носорогом, я знала, что нападение на таких больших животных нужно тщательно планировать. Я отступила. Ждала подходящий момент.
У них не получилось, но был другой план. Мне пригодились навыки лазания и поиска падали. Я не так проворна, как леопард, но все же смогла его напугать. Я залезла повыше, и леопард убежал. Проявив настойчивость и забравшись повыше, я заполучила его жертву. Но вернулись братья. Мне пришлось сбежать. Они украли у меня добычу, но появилась надежда. Возможно, такие поступки откроют мне дорогу в Прайд. Когда сухой сезон перешел в засуху, я достигла зрелости. И, конечно, братья стали ко мне терпимей. Наверное, разглядели во мне охотницу или даже самку. А может, уже не осталось сил меня прогонять? Из-за жары не оставалось сил. Нашему прайду угрожал голод. Пока не стало еще хуже, нужно было продемонстрировать талант охотницы. Даже старый одинокий буйвол представляет опасность. Я начала преследование. И произошло нечто странное. В этот раз я была не одна. Ко мне присоединился Прайд. Я стала лидером. И не собиралась допускать прошлых ошибок. Мне выпала возможность убить жертву. Львицы нашего прайда сработали быстро и эффективно. Со мной во главе. Мы действительно нуждались в пище, как и братья. На этот раз им пришлось смириться с моим возвращением. Я опять стала членом Прайда.
Командная работа помогла пережить самую сильную засуху на моей памяти. Но никто из нас не смог дать потомство. Потом, наконец, начались дожди. Они шли несколько недель. Но никто не жаловался. Земля обновилась. Она снова заиграла яркими красками. Полная жизни и возможностей, которыми мы хотели воспользоваться. Вопрос еды и воды решился, но появились новые проблемы. С приходом дождей все сосредоточились на размножении. Самцы пытались завоевать себе пару. Обычная история в царстве животных. Они дерутся между собой, а самки наблюдают и ждут победителя. Порой атмосфера настолько напряженная, что лучше оставить их наедине. К сожалению, с братьями так не получилось бы. Мы пытались успокоить их и сделать частью прайда. Но оставалось напряжение, которое заставляло нас ходить на цыпочках. Одно неверное движение, и они могли выйти из себя. Они были еще молоды, но жизнь в агрессии накладывала отпечаток. Весь день они восстанавливались, а ночью дрались с соперниками. Вдобавок ко всему, царям зверей докучали мелкие враги. Мы же привыкли к ним и просто встряхивали. Получалось, братья были не так сильны, как хотели казаться. Честно говоря, от них вообще было мало толку. Когда нет детенышей, нам и без самцов хорошо. Я завоевала репутацию прекрасной охотницы. Успех пьянил меня. Меня так долго не принимали, что постоянно хотелось одобрения.
Тогда я еще не знала, что гордыня до добра не доведет. Мы отправились на охоту вместе. Но я хотела сделать все сама. Зебра — прекрасная добыча. Ее непросто заполучить. Нужны сила, скорость и, самое главное, расчет времени. Надо подкрасться. Выбрать момент и выложиться на все 100. Очередная трапеза, прерванная непрошенными гостями. Я больше не хотела мириться. Мне надоели те, кто только берут. Как и остальным. Братьев невероятно утомили постоянные драки с соперниками. Одинокий, но импозантный самец. Казалось, ничего сложного. Двое против одного. Но он выглядел так устрашающе, что на драку решился только один. И он пожалел об этом. Братья удрали, поджав хвосты. Навсегда. Каким бы ни оказался новенький, хуже быть уже не могло. На тот момент мы не нуждались в его защите. Мы сами справлялись. Но даже самым независимым львицам иногда нужен самец. Наконец-то у меня появился шанс стать матерью. Но судьба готовила мне испытание. Несколько месяцев спустя мы оказались в Эдеме. Все забыли о продолжительной засухе. А братья бесследно исчезли. Новый самец уже адаптировался и начал вести себя как типичный лев. Но он был нежным и теплым, как мой отец.
и начинал мне нравиться. Он следовал за мной как тень. Одновременно ухаживал и охранял. В конце концов, я подпустила его к себе. Идеальное время для создания потомства. После я его оставила. Мое место опять было в прайде, который обеспечивал безопасность и заботу. Но главное, что во время беременности рядом со мной находилась моя мама. Отец малышей тоже оставался рядом. И поэтому мы были спокойны. Я понимала, что он с нами не навсегда, но сделала правильный выбор. Его прекрасные гены должны были помочь моим детенышам выжить. Тем временем нас, львиц, ждали важные дела. Мы, как обычно, отправились на охоту. Львицы часто получают травмы, нападая на буйволов. Но я стала слишком самоуверенной. Если у кошек 9 жизней, то у меня оставалось еще парочка. Но я совершила большую ошибку. Забыла о роли прайда. Решила, что справлюсь сама. Я потеряла из виду остальных. Пошла на поводу у эго. Не подумала о своем будущем потомстве. Если рискуешь жизнью каждый день, однажды окажешься на грани смерти.
сломленная, раненая, одинокая. Я почти не двигалась больше суток. Начали собираться падальщики. Я скрывала свою слабость. Без еды я могла прожить неделю. Но без воды лишь один день. Боль была мучительной, а жажда невыносимой. Я не знала, что делать дальше. Не видела выхода. Оставалось лишь ждать. Все дни сливались в один. Я почти их не помню. Я худела, а падальщики приближались. Они ждали, когда я больше не смогу сопротивляться. Конец был близок. Но что-то внутри меня цеплялось за жизнь. Во мне росла надежда. Я думала о будущем своего прайда. Я услышала зов и поняла, что это еще не конец. Пока во мне теплилась жизнь, я должна была искать дорогу домой любой ценой. Я даже не помню, как добиралась. Я все же сделала это. Вернулась к маме. В безопасность.
Я была дома. Прайд дал мне возможность окрепнуть и сохранить надежду. Мне потребовалось время. Но постепенно силы возвращались. Три месяца спустя родились мои детеныши. В первые недели я их прятала в том же месте, где родилась сама. А потом пришло время дать им свободу. Моим родным малышам был всего месяц. Как и меня, их интересовало все вокруг. Я любила их еще сильнее, чем свой прайд. Меня поймут только матери. Конечно, порой я уставала и теряла терпение, выходила из себя. Но быстро успокаивалась. Ведь они такие милые. Я следовала примеру своей матери и инстинктам. Давала им все необходимое. Молоко. Наставление. И, конечно, надежное плечо. Жизнь обрела новый смысл. Как и мой прайд. Мы становились все сильнее. Мои львята подросли, затем родились новые. Самец не сдавал позиции. У него даже появилось подкрепление. А львицы разделяли родительские обязанности и вместе присматривали за детенышами. Как когда-то за моим братом и кузенами. Благодаря заботе и поддержке я могла делать то, что умею лучше всего — охотиться. Нам, многозадачным мамам, нужно работать при любых обстоятельствах. Добывать пищу и показывать своим врагам, кто в доме хозяин. Ночью и днем. Очень хорошо, что у нас подрастает много новых малик. Мой прайд силен, как никогда.
Его ждет светлое будущее. И мы, львицы, его ядро. Среди нас нет главных, нет вожака. Дело в том, что мы все королевы. Мы помогаем друг другу и выступаем единым фронтом. Несомненно, по вашим меркам я еще молода, но по нашим я уже умудренная опытом львица. Мы каждый день боремся за выживание, и в ближайшее время ничего не изменится. Однако львицы храбры. Поверьте, мы всегда идем до конца. Программа озвучена на студии «Велес». Текст читала Светлана Кузнецова.